Давайте на кошелек уже будем лезть.
Тогда у нас там тут точка отсчета была, ну, допустим, 10:43. Испытания Древера. Вопрос, какой, кто отваливается, самый большой вопрос остался. Потому что не вырубится, она может и вырубилась там сама по себе. Хер ее знает. Бывает совпадение. Сколько HD видео занимает? HD видео. Thank you.
хотите. Вот мы и посмотрим, вот мы и посмотрим. Так, что за артефакты? Нет, какие артефакты? 1006, 1043, так. 29. Все, вернулось, хорошо. 240. ГПУ 2 стабильно идет, ГПУ 1 прыгает больше. Потребление 145, 149, ну до 150, нормально. Почему у нас тут два канала? Прыгает страшно, сука. Именно первое. Угу. Начали мы во сколько, я уже, конечно, забыл. Насколько видео идет? 15 минут. Десять тридцать. Три первый раз, 10:43. Ну вот, 10:43 будем считать.
Так, что-то температурка большая, 66, схуяли. А он сбросился опять, кстати. О, отвал. Отвал кого-то. Возможно, контакт. Когда двигаешь, меняешь контакт. И вот под весом. Сбросились настройки. Чьи же настройки сбросились? Первой карты. И, соответственно, дублирующий подвесон. И мы уже завершаем эту карту. Похоже, что отваливается карта номер RX. Вот это самая непонятная карта. Логи у нас есть только на видео пока что. Сбросились настройки, еще раз запустилась, опять сбросились настройки. Так, тут поднялась. Пошла ровно, кстати, пошла ровнее.
это сейчас выведем.